Опять? Куда по-помытому? Так это я же и помыл. И что? Нужно ходить туда-сюда. Ведете себя как быдло. В туалете стульчак опять не опустили. Кто там последний был? Ну так вообще-то ты там последняя и была. Ты посмотри на все, у них ответ готов. Вы вообще расслабились, я посмотрю, да? Вы расстроили меня. Вот пойду и поем. Слышь, бать, эта Мегера нам жизни не даст, надо от нее избавляться. Правильно, сынок, пойду принесу топор. Подожди, я вообще-то не это имел в виду. Да ты не волнуйся, здесь за городом недалеко карьер есть. Место тихое, спокойное. В прошлом году наш бывший участковый нас так с Джузеппе достал, что мы его... Стоп, я же говорю, валить мы ее не будем. У меня есть другой план. Ну, как скажешь. А что за план? Ну, ты заметил, что на последнее время постоянно в соцсетях сидит, ну, ждет, что ее кто-нибудь там подцепит. Ну? Во, я регистрирую свою страницу в соцсетях. Типа я там молодой, богатый, откуда-то издалека. Из Владивостока. Точно. Я молодой, богатый, холостой, нефтяник, певец, спортсмен, стоматолог, дальнобойщик. Ага. Из Владивостока. Ну, типа мечтаю там с ней познакомиться и все такое. Она точно клюнет. Правильно, сынок. А на аватарку поставь фотографию молодого Марчелло Мастрояни, да. Чтобы наверняка. Ну, окей. Значит, нефтяник. Из Владивостока. Ага. Написал мне, мол, жить без тебя не могу. Ого. Приезжай, мы с тобой поженимся. У нас будет много детей. Говорит, подарю тебе яхту. И гамбургер. Ничего себе. Так что, Буратино, прости, между нами все кончено. Да, но ведь Владивосток, он же далеко. А как ты туда доберешься? Не проблема, он же богач. Купил мне билет. Что мне было делать, тогда она вообще не свалила. Пакета. Ой, не уезжай, это с Мальвина, да что же это делается? Пожалуйста, я так тебя... Есть! Бать, здорово! А, привет, сынок. Буратино, а. Тут от Мальвины пришло письмо. Вот, прочти. Здравствуйте, мои дорогие. Пишу вам из Владивостока. Когда выяснилось, что никакого жениха тут нет, я поняла, что это вы все подстроили, чтобы от меня избавиться. Ага. Сначала я хотела вернуться и вас убить. Не-не, ты и дальше. Но у меня на вокзале украли паспорт, и я не смогла уехать. Не смогла уехать. Зато неплохо устроилась на работу. Уничтожаю санкционные продукты. Причем без всяких бульдозеров я тупо их ем. В общем, я нашла свое призвание и остаюсь во Владивостоке. Целую, Мальвина. Ну супер! Ну супер! Ха-ха!